Всех приветствую, друзья. Ну вот, мы снова в земляночке. Побыл в городе один день. Загрузил видео. И сюда обратно рванул. На несколько дней планирую. Будем продолжать строительство нашей баньки. Осталось 7 дней. Но лучше закончить пораньше. Пришла ко мне идея, как еще получше, поудобнее сделать. Чтобы побыстрее было. Да и потеплее будет. Сейчас придем на место, все расскажу. Обалдеть погода. Снег почти весь растаял уже. Осталось сантиметров 10, наверное. Погода капец, конечно, чудит. Купил еще рулон джута. Сейчас точно хватит. Мой рабочий агрегат. Пришла ко мне мысля попробовать покопать. Может, не сильно замерзла. Пойдет с лопаты. Так-то земля на штык примерно примерзла. Прокопать бы полметра хотя бы. Вообще бы шикарно было. Можно уже крышу делать. Вот на растопку-то сколько дровишек. Есть у меня вот чебуречки с собой на завтрак. На обед что-нибудь приготовим по-лесному. Давно уже ничего не готовил. Микроволновка по-лесному. Сегодня вечером посижу, довырезаю панно, которое я в прошлый раз начал. Осталось там немножко закончить. Довырезаю, покрашу, завтра вам покажу, что получилось. Там накидал так от себя. Смотри-ка ты, на мое удивление, вообще не замерзшая земля. Может, она сверху уже оттаяла, хотя вряд ли. Обалдеть. Ну, это классно. Такого не ожидал, конечно. Сейчас углублю ее. Ну, здесь вход прокопаю. И внутри выкопаю. Где-нибудь на полметра посмотрю там по обстоятельствам. Сруб тут сколько? Сантиметров 80, наверное. И земля мягонькая. Здесь так-то суглинок, скала, камень. Тьфу-тьфу, конечно. Пока что мягонькая. Но хоть сколько-то прокопаю, все равно думаю. Это природа мне подарочек такой дала. Я смотрю на ютубе, земляночников много развелось. И у меня сейчас возникла идея
копать яму под землянки на заказ. Организацию свою открою. Копка землянок. А то смотрю, там мучаются по несколько дней. Для меня не проблема выкопать вообще. Если сравнивать землянку и избушку, землянку строить, конечно, проще намного. И зимой мне теплее, мне кажется, быстрее нагревается за счет природного утеплителя земли. Но минус ее то, что она не дышит летом, и там присутствует сырость, влага. По сравнению с избушкой, в избе намного приятнее летом находиться. Она как больше проветривается. Вот на третий штык вгрызаюсь уже. Лопатка где-то сантиметров 20, ну на 60 примерно будет. Посмотрю, может еще надо будет. Ну пока ни камней, ничего нету. Глина идет. Это хорошо. Даже суглинка пока нету. Фу-фу. Как и обещал, сегодня будет у нас лесной обед. Печеночки. Давно не жарил. Вкуснятина будет. Ну, хорошо поработали. Можно и хорошо покушать. Показываю проделанную работу. Еще на штык осталось прокопать. Здесь ступеньку сделал. Оп. Вот так вот внутри выкопал. Ну, еще на штык прокопаю. И под столбики угловые ямки. Чтобы стены не съехали. Надо было их укрепить столбиками. Печеночки наши изготовились. По копке там особо ничего не снимаю. Интересного ничего нет. Копаю себе, копаю, одно и то же. Смотреть неинтересно. Потом кто-нибудь напишет в комментариях, что я тут бригаду нанял копать. На десерт булочка. Красота. Дома там что-то кажется невкусным, а в лес приходишь, и все как в мишленовском ресторане становится на вкус. Залетает только в путь. Самый деликатес, знаете какой? Печеночки, парное молочко домашнее свое. И свой хлеб из русской печки. И больше ничего не надо. Вот это просто сказка. Сейчас мало, наверное, кто такое пробовал. Уходит в историю. Сейчас так коров даже в деревнях не осталось. Раньше, помню, все детство. Пасли коров, ну там по очереди, у кого сколько коров, тот столько дежурил раз, ну дней. Целое стадо было, не знаю, голов 20-30, там больше может, ну много. Почти что у всей деревни были коровы, да не по одной. А сейчас, ну
может 2-3 коровы на деревне наберется, и то хорошо. Отец держит быков на продажу, на мясо. Так у него сено свое, поэтому выгодно. А сейчас корову держать ради молока, это очень невыгодно будет. Потому что корма дорогие, сено бешеные бабки стоят сейчас. Также и комбикорм, это все. Вообще скотину уже мало кто держит. Ну все, ребята, на сегодня стройку заканчиваю. Прокопал еще на штык. Здесь пенек оставил. Все равно здесь лежанка будет. Пусть остается. Смысла нет. Можно было даже еще на один штык оставлять. А здесь везде прокопал. 1,70 м примерно высотой выходит. Вполне пойдет. У меня рост 1,80 м. Нагнуться немножко. Это чем меньше, тем теплее. Ямки только осталось под столбики выкопать. Уже темно не стало сегодня, завтра. Ну, неплохо. Все, что на сегодня планировал. Все получилось, все сделал. Опа. Немного спина подустала, конечно. Сейчас пойду печку топить, но я там целый день не подкидывал. Потухло уж, все густало. Ну, сейчас быстро нагревается на улице. Без шапки даже тепло. Наверное, нулевая температура примерно. Утро минус 4 было. Печку потоплю, повырезаю, да спать ложусь, лягу. Завтра продолжим уже. Всем доброе утро, ребята. Так, что у нас сегодня с погодкой? Вроде по ощущениям тепло. Минус 13. Значит, 8 градусов примерно минуса. Все, идем продолжать строительство. Сегодня встал пораньше. Чаю попью, костер разожгу. Земля так маленько сверху прихватилась. Страшно. Вчера повырезал, посидел где-то до часу ночи. Вырезал, покрасил. Сегодня покажу, что получилось. Сейчас заварим крепкого чаечку для заряда бодрости. Завтра, думаю, может, устрою выходной, схожу на рыбалочку, сходим, поснимаю. Может, поймаем огромную щуку. Да шучу, хотя бы что-то поймать. На уху бы, окушков штук 5. Сейчас попьем чайку с метком и примемся за работу. Охота сегодня сделать побольше работы, хотя бы перекрыть крышу. Может, успею еще и двери сделать. Сегодня у нас 24 декабря. Остается у нас совсем немного времени. Полдня уже пролетело, напилил вручную, шуметь неохота. Каждый раз, как завожу бензопилу, это выдает мое местоположение. Поэтому сегодня решил попилить вручную ножовкой.
полдня пролетело, сейчас таскаю. Это ответ тем, которые пишут, что спишь до обеда, там мало работы сделал. Всем же кажется, когда кто-то строит что-то в лесу, все же рядом лежит прям. Они не думают, что это таскать по всему лесу, собирать этот валежник. Очень много времени уходит. За кадром, конечно, работы огромное количество проделывается. Сейчас перетаскаю, сколько напилил. Ну, нормально так получится. И будем варить обед, ставить. Сейчас поставлю вариться, потом пойду дальше таскать. Пока таскаю, уже сварится. Похлебка будет сегодня у нас на обед. Чудесная лесная. Жарит хорошо. Тушеночка. Кстати, вот это нормальная тушенка. Покупал в Магните. Ой, Монетки. Давно искал такую более-менее, чтобы оправдывала свою цену. 200 рублей. Ну, я по акции взял. Недорогая. 170 рублей было. Сейчас я всю туда забубеним. Тушенки много не бывает. И больше ничего и не надо. Баночка сгорит со временем. Вот такое вот огромное количество напилил. Так, получается, время час. За 3 часа. Показываю, что он вырезал. Ну, я говорю, так от себя накидал. Такой вот эскизик. Получается, здесь домик. Забор сломанный. Тут тюрочка лежит. Это собачья будка. Там рыбак вдалеке. Деревья. Здесь озерцо такое. Такая объемненькая. Даже немного с объемом перестарался. Проткнул насквозь даже. Ну и не видно. Вовремя остановился. Такая вот. Такое вот панно получилось. Ссылки ВКонтакте выставлю. Заходите, если кому-то понравилось. Прошлое панно, кстати, купили. Мужчина, зритель моего канала, тоже увидел, написал ВКонтакте. Даже купил в 2 раза дороже, чем я просил. Огромное спасибо ему за это. Привет, если смотришь. Скоро дойдет, там 25-го должна дойти уже посылка. Получилось. Главное, жиденького похлебать, горяченького. Вот так вот, криво-косо, как обычно, пойдет. Наклон туда есть,
вода будет стекать. Сейчас прежде чем закрывать крышу, прокопаю ямки под столбики. И можно будет закрывать уже. Тут жарче, чем в землянке, 100% будет. Хоть жить потом сюда переезжай. Вместо землянки. В принципе-то, ну, коротковато немного, только спать 1,70 м где-то в длину. Можно будет еще кинуть сюда доски, опилить потом. Они будут и упорами считаться, это служить. И плюс палочки не помешают. Почти хватило. Кстати, наверное, будут писать, что не отпилил. Это я специально такую корягу корень с корнем оставил. Не стал отпиливать, чтобы такой антураж был весной. Туда жалко не нашел. Так интересно смотрится. А, наверное, сюда завершающую вот от этой отпилю вместе с сучками, с корягами. Прикольно будет смотреться. Они мешаться не будут. Вверх пусть торчат. На нее не буду стелить тент, чтобы не провался. И все. Красота будет. Баня лешего. У лешего все криво должно быть. По лесному. Ладно, сейчас буду проколачивать все гвоздями. Блин, сейчас смотрю в камеру. То ли это из-за темноты, то ли у меня усы черные такие. Я уже, наверное, как трубочист, весь черный, копченый. Не мылся 2 дня. Решил я, друзья, короче, выходить в город сегодня. Смонтирую видео. Завтра опубликую, посмотрите. Потому что посмотрел сейчас, сидел в землянке.
материала очень много, мне в одно видео не вложить это все, не впихать. Решил разделить его на две части. Завтра вечером опубликую, а сам утром собираю вещи. Мне надо еще печку взять, притащить, тент купить. И утром выхожу, схожу на рыбалку, поснимаю, может что-то поймается. Ну и продолжу строительство, опять же, также на несколько дней. Сниму новогодний ролик, накроем поляну, надеюсь, попаримся. Как без этого, должны успеть, там осталось совсем немного. Так что, вот такие планы. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, скоро увидимся, не болейте. Всем пока-пока.